Ранним утром никто не мог предположить, что после новогодних праздников, выкидывая мусор, прохожие увидят тело пожилого мужчины, полностью завернутого в мешки. При первоначальном осмотре места происшествия, каких-либо телесных повреждений, а также иных следов, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не обнаружено. По данному факту Московским межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, организована и проводится доследственная проверка. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято уголовно-процессуальным законом решение. В рамках проверки следователям выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности погибшего, причины и давности наступления смерти, а также иных обстоятельств, имеющих значение. Следственное управление обращается с просьбой к жителям города. При наличии какой-либо информации о предполагаемой личности обнаруженного мужчины или обстоятельствах происшедшего, сообщить об этом в Московский межрайонный следственный отдел города Рязани по телефонам 34 02 80 34 01 57 или в полицию по телефону 02. Максим Яковлев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».